тоже проводим мероприятия внутренние, да, то есть мы часть объектов сейчас перестраиваем на новые, скажем так, форматы, да, плюс сегодня мы как раз провели с сотрудниками собрание и сказали о том, что мы не сокращаем ни штат, ни зарплату, наоборот, зарплату будем актуально поднимать, да, и, соответственно, обозначили, что задача, основная задача сегодня сконцентрироваться на тех проблемах, которые есть вот с нами рядом, и решать эти проблемы. Ну, необходимо отметить, что бизнес Вологодчины, бизнес Череповца, он постоянно идет, как говорится, в унисон с правительством области. Надо отметить, что правительство области, губернатор слышат бизнес и в необходимый момент принимают нужные решения. И вот если говорить конкретно по этим мерам поддержки, я считаю, что первая ценность в том, что они были приняты, считаю, своевременно. То есть эти меры поддержки помогут вот в этой непростой экономической ситуации компаниям сориентироваться, компаниям перестроить свои бизнес-планы.